приветствую, дорогие друзья! Так почему же армяне обращаются «джан»? Что значит и откуда взялось это слово? Сколько помню, все армяне всегда добавляли это красивое слово к имени друг друга – «Рубик Джан» или обращались так к любимым родственникам – «Ой, мама Джан». Но откуда же взялось это самое легендарное слово «джан»? На самом деле, это древнее восточное обращение. Сейчас его используют многие народы от Турции до Индии. Кто в качестве обращения, кто личного имени. Например, турки в беседе часто говорят «джаным», что обычно переводится как «милая» или «милый». Кто-то говорит, что это слово взялось из тюркских языков, но отнюдь нет, хотя там тоже используется. На самом деле «джан» пришел из древнего индоевропейского персидского языка, ныне часто именуемого «фарси». Здесь оно арабицей означало «жизнь» или «душа». Кстати, ближайшее родственное восточному «джану» – латинское слово «анима» – «душа». Современные персы часто используют это старинное индоевропейское слово не только в значении «дорогой», но и просто «живой». Например, на фарси можно сказать «мадар джан дарт» – «мама жива». В армянском языке широкое использование слова «джан» зафиксировано еще с древних времен. В современном армянском можно сказать, например, «бала джан» – «малыш». Или воскликнуть «джан-джан» – «знак радости»,